Привет, друзья, подписчики канала, просто зрители. Сегодня я хотел бы вам рассказать про одну очень уловистую снасть, которая давно используется рыбаками на Дальнем Востоке. Уже, наверное, больше 20 лет это точно. И которая, я так понял, совсем неизвестна на западе нашей страны. Тут смотрел вчера интернет, и случайно на нее наткнулся. И ушлые ребята продают инструкцию по ее изготовлению. Меня это маленько возмутило, что этот рыбак рыбаку что-то продает. Мы же не барыги какие. И поэтому я вам расскажу о ней сейчас более подробно. Еще покажу, как она делается и как она работает. Это будет первое видео, наверное, будет их цикл. Я так думаю, покажу, как ловить, в каких условиях ей можно. Ну, для начала, что это такое и как это работает. Называется она у нас хапушка, потому что хапает. Ну, не думайте, что это какая-то браконьерская снасть. Она очень активная рыбалка с ней. Ну, рыбу надо также искать, но очень добычевая. Суть заключается вот в чем. Это вот чтобы на видео, она выглядит вот так. Видите? Сейчас мы ее разберем, я вам все покажу. При опускание ее в воду, она делает вот что. Раз. И раскрылась. Получается у нас вот такой вот, ну, как это у вас? У вас, наверное, больше похоже на паук. У вас пауки такие квадратные делают. Но только у этого паука есть еще вот такая вот дель, сеть, открылки. Вот эта часть у нас. Когда она падает в воду, всплывает. Видите, есть балверы. Она натягивается и держит их в поднятом состоянии. Когда рыба плывет, она попадает, она свободно натянута, видите? Рыба начинает клевать. Вот здесь к этому кольцу привязывается обычная леска, которая идет наверх. И наверху стоит поплавок вам для ориентира. Все, поплавок начинает клевать. Значит, есть рыба. Вы что делаете? Тянете вверх. И смотрите, что происходит. Она складывается, закрывается, вы ее вытаскиваете наверх, хлопаете об лед, об землю. Раз, достали рыбу. Все очень просто. Ичья на открылках у меня 50-ка. Меньше смысла нет делать, потому что рыбу ловим крупную. Попадается сазан, сом, вся рыба, щуку ловят. Очень уловистая снасть. От простой косынки там или что там у вас, экранами ловите. Это пассивная рыбалка. А вот и на хапушку это активная. Вы пришли, луночку просверлили диаметром ну, на 150. У нас обычно на 180 делают рыбаки лунки. Все, опустили ее. Раз нету рыбы, ну, да не проблема, пошли в другое место. Просверлили рядом. А если у вас их две, я на две рыбачу. Отлично. Рядом ставлю. В любом положении, как бы она у вас не упала, у вас четыре стороны, видите, перекрываются. Все, рыба идет, попадает туда, у вас поклевка, вы раз, потянули заверх, наверху она сложилась у вас, все, вы ее достали. Единственное, может быть, небольшой недостаток, это по глубине вместе лова. Если вы ловите зимой и глубина вместе лова меньше, чем высота от этой вот хапуги, она у вас не сможет раскрыться. Понятно? Минимальная глубина должна превышать хотя бы на 10 сантиметров высоту хапушки. Ну, их можно делать и маленькие, если кто-то выловит на косах, это, в принципе, не проблема. Правильно люди занимаются, делают их маленькими. Я ловлю на большой глубине, и у меня такая проблема не стоит. Глубина любая может быть, до 20-30 метров. Совершенно без разницы. Так, ну все. Принцип, я думаю, понятен всего этого дела. Теперь маленько вкратце расскажу, как это делается. Открылки делаются из сетки, из китаек мы обычно делаем. Покупаем китайку, вырезаем треугольники, видите, и собираем их на леску. Вот. Лески должно быть, соответственно, в два раза больше. Натяжка, и когда она складывается, все понятно, да, здесь. Все, теперь посмотрим, что здесь у нас. Вот это все дело открывается. Опа,
покажу. Пружинами. Пружины делаем из троса. Вьем вот такую вот пару. Одна вправо, а та влево. Ставится скоба. Закрепляется на площадке из металла. Ответная часть. Вот видите, ставит поменьше квадрат. Квадрат чуть-чуть меньшего диаметра. Прижимает, здесь у нас усы от этой пружины. Вот пружина, один конец ее пошел здесь, загинается. Видите, как? Удобно одного снимать. Так. Ну, я думаю, вот пружина. Вот здесь стоят усы, и они поджимаются вот этим квадратом. Просто на двух гайках. Все стягивается, и получается пружина. Видите? Если у вас нет возможности свить пружину, возьмите два куска. Так, получается не два, а четыре. 8 кусков, примерно по 20 сантиметров трос, 10-миллиметровый. Ложите их крест-накрест, прижимаете тросы, чтобы концы торчали. И все, и у вас трос будет пружинить на излом. Когда. Будет принцип тот же самый. Думаю, понятно, да? Ну, если у кого-то будут какие-то вопросы, пишите мне. Я вам с удовольствием на них отвечу. Проволока 4-миллиметровая. Берем ее... Я думаю, и на пауке она бы вам подошла. Стальная проволока, которая используется в старых матрасах пружинных. Диваны старые, кто-то выкидывает на помойке. Подберите матрас, разберите его, и там будет пружинный блок, натянутый вот на такую стальную проволоку. Она очень жесткая, пружинит, отличная проволока. И долго держится. Вот здесь ставятся кольца для того, чтобы пропускать леску, которая тянется у нас, стягивается. На одном кольце она привязывается намертво леска, вот она пошла, пропускается через колечко и выходит наверх. Когда мы ее тянем, видите, она у нас затягивается и как уго складывается. Все очень просто. Здесь нельзя леску сильно, дель сильно подвязана, делается вот на таких огнивах, чтобы она свободно все ходила. При складывании она у нас захлопнулась. Все. Убрали в мешок, все компактно. В мешок, в машину в багажник бросили, поехали на рыбалку. Приехали, наловили рыбку. Все. Вот. Все, открылки. Можно, я не знаю, у вас, наверное, у нас в магазинах продаются так называемые косынки. Это вот такой треугольник, натянутый на проволоку. Купите их 4 штуки, соедините пружинами в середине, подберите, чтобы она у вас складывалась, и все, и у вас получится отличная хапуга. Вот, видите? Сейчас их нам стали продавать, уже делают китайские товарищи. Так что смотрите, отличная идея для бизнеса. Китайцы, они быстро сориентировались на этом деле. Так. Вот еще одна точно такая же хапуга, но это уже я делал. А? Если у вас есть доступ к токарному фрезерному станку, вытачивается шайба, ставится также пружина, концы здесь я просто прикрыл, чтобы они не цеплялись. Все, и замотал черной изолентой. Все то же самое. Вот у меня их 3 штуки вот таких вот хапуги. Ну, обычно я ловлю на 2, а одна лежит в запасе. Снасть очень, повторяюсь, ловистая. Из ее изготовления нет ничего сложного. И эти ребята с канала «Рыболовные войска» называется, просто на вас наживаются. Вот, все, смотрите, пользуйтесь, на здоровье. Если какие-то вопросы, пишите. С удовольствием на вам на них отвечу. Ну, а следующее видео, я думаю, уже покажу вам в деле это дело. На них можно ловить, как со льда. Лунку просверлили, опустили в любом месте, ловите. С мостов. Если привязать к шесту, с берега можно ловить. Короче, с лодки. Ограничений никаких практически нет. По карасю, по сазану, по саму. Знаешь, просто убийца. Вот. Рекомендую. Вот так вот это все выглядит. Высота примерно, наверное, 1,60 м. Но можно делать и больше, можно делать меньше. Это уже зависит от ваших условий. И чья лески. У меня 50, но если у вас там в ваших водоемах нет крупной рыбы, делайте там хоть 20-ку, не суть важно.
Главное, чтобы она была свободна. Потому что если вы натянете ее как барабан, вот так, рыба ткнется и уйдет. Она не будет идти там куда дальше. Ей должен свободный ход. Она привыкла ходить в траве, и легкое сопротивление, она ее не пугает. А если она упрется в стену, она ткнется, вы не успеете подсечь ее, захлопнуть хлопушку с этой рыбой. Ну все, я думаю, все понятно. Все, снизу собирается тык, треугольники. Эти лески ходят свободно. Ничего не крепится. Все, она стягивается, собирается. Ну. На самом мешке лесочку можно поставить и помельче. У меня здесь, наверное, 30-ка стоит. Это просто что было, это не принципиально. Сам механизм, я еще покажу вам поподробнее. Вот пружины, которые упираются. Видите? Она давит. Здесь просто на скобках зафиксировано. Скобки с той стороны загнуты. И здесь они, концы пружин поджимаются кусочком металла. Можно сделать просто свинцовую шайбу, залить в нее пружины, и будет то же самое. Тут как бы ничего сложного нету, можно подумать, у кого какие материалы есть, из того это и слепить. Так, ну вот, вот такая вот снасть. Используется на Дальнем Востоке. Очень-очень, повторяюсь, уловистая и очень давно используется. Все. Всем пока. Кому было интересно, ставьте лайки. Кому есть вопросы, пишите в комментариях. Всем все расскажу. Все, до встречи. Всем пока. До свидания.